Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Passat B6 2007 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 174 тысячи километров. У автомобиля возникла следующая проблема. Потеря мощности, двигатель начинает трясти, начинает тормозить, не набирает оборотов. Глушишь, останавливаешься, заводишь. Какое-то время он работает нормально. Может час, два, три, может через 5 минут. Ошибка повторится. Чек засветился. Подключил сейчас компьютер. Покажу 3 ошибки, которые он выдал. Выдал 3 ошибки. P1420. Клапан ИГР, неисправность в электрической цепи постоянного значения. Но эта ошибка может быть и как вакуумный клапан выеживаться, смотрел по форумам. Также может и сам регулятор быть, там шестерня изнашивается. Начнем с тяжелого, скроем клапан, посмотрим эту шестерню, если что, ее перекинем. Потом модуль управления топливным системам, блок управления получается, 3089. Может быть, сетка забилась, может еще что-нибудь, потому что еще ошибку следом дал P1063, регулятор давления топлива ниже допустимого предела, прерывистый. Но это надо будет в любом случае лезть в бак, доставать насос и смотреть сетку, смотреть реле вот это сверху, которое, ну, постепенно будем изучать, может быть, что-то мы и исправим. Сейчас начнем, наверное, все-таки с бака. Снимаю подушку заднего сиденья, поддеваю и поддергиваю вверх с одной стороны и с другой. А теперь с двух сторон просто назад ее как бы отдергиваем и поднимаем вверх. Все. Вот он, блок управления. Повреждений, не оплавлен ничего. Так, здесь нужен пылесос. Сейчас пылесос возьму. Грязь уберу. Thank you.
все-таки надеюсь, что этот блок целый, а то, может быть, его тоже придется впоследствии заменить. Контакты не оплавлены, все рабочее, но я его еще смажу. Так, гайку снимаю, сейчас топливо здесь побежит. Попробовать ее завести без блока. Топливо выработалось, теперь можно будет снять, все-таки меньше вытечет. Ну, приличное время работает без бензонасоса. Насос отключен, а он работает. Так. Ну что, отсоединяю, нажимаю фиксатор. Все равно бензин присутствует. Да сколько там может быть бензина? Все, бензин. Еще, хоть и поработал двигатель, много бензина остается. Брызгал. Так, здесь есть два усика. Вот за них попробую сейчас открутить, чтобы не стучать. Не хочет за них откручиваться. Получилось.
Бак чистый. Бак чистый, это хорошо. Этот верхняя часть с фильтром, она просто выдергивается здесь без фиксации, без всего, для лучшей установки и демонтажа. Вот это получается у нас редукционный клапан. Здесь он жестко сидит с массой. Вот как его поймешь, работает он или нет, его никак не поймешь. Разденем. Это просто стоит датчик скорбу снимать. Датчик скорбу снял. Ей не нужно. Добраться до сетки.
Блин, сетка-то грязная, до сетки бы добраться. Снять ее. Сейчас покручу, посмотрю, как он снимается. Крутил, вертел, попробовал дунуть сетку. Сетка забита грязью. Топливоприемная. Здесь вот в трех местах, здесь вот у меня треснуло. И вот здесь вот верхняя крышка, вот эта черная, приклеена к колбе. Но делать нечего, все равно нужно вскрывать. Я ее беру, так вот потихонечку отрываю. И надо будет каким-то образом еще оторвать вот в этом месте. В третьем здесь неудобно. Здесь если по бокам можно подлезть, вот я оторвал. А в третьем месте боков нету. Буду как-то поддевать, чтобы отсюда аккуратненько поддевал, вскрыл. Вот так вот она снимается. Но дело за следующим. Насос тоже приклею. А вот сетка. Вот в таком состоянии находится сетка. Сетка вся в грязи. Забита. В баке чисто, в колбе чисто. Сетка забита напрочь. Возможно, от этого и нет давления. Теперь буду отрывать вот это крепление насоса. Оно тоже приклеено. Получается, колба неразборная. Менять целиком топливный насос. Модуль. Поддеваю отверткой и отрываю вот эту фиксирующую скобу. А потом уже подниму топливный насос вместе с сеткой и сетку промою, продую. Аккуратненько, не спеша, с уголка оторвал таким образом. И каждую так по очереди оторвал. Здесь у нас все равно будет общим сниматься, поэтому поплавок все равно снимаю. Когда жесткое было, легко слетел. А потом соберу наклеи. Вот так вот все. Вроде бы и не страшно, а в то же время все некрасиво. Сетка забита напрочь, просто напрочь. Это вот компрессором дунул, немножко посветлело, а так вся темная. И стоит вот таким образом, загнутая. Сейчас сетку подержал. Это вот мы здесь. Мою, дую, промываю, продуваю. И будем собирать. Хочу показать, сколько песка. Это песок с сетки. Это что вымыл очистителем карбюратора. Это мыльный раствор. Вот если воду видно, передаст. Вот такая черная. А вот это сетка. Она вот такого цвета. Все дело было в грязи. Забита была напрочь. Быстрее всего из-за нее просто и не хватало давления в топливе, в топливной рампе. Сейчас собираю все обратно. Здесь частично помыл.
Ну и эти места, я их просто приклею. Так же, как они были приклеены, я их на суперклей сейчас приклею. Колбу тоже помыли, все. Здесь как поставить, вот это место, вот на ту мембрану идет забор. А это уже подгонять буду. Так. Все, вставил. Вот такой у меня суперклей Loctite. Сейчас его. Ну и что, немножко отодвигаю капельку клея туда и прижимаю. Клей хороший, схватывает быстро, поэтому особо здесь не надо выеживаться. И так каждый по очереди. Ну, я думаю, это для одного раза разобрать. Второй раз этого уже делать не стоит. Да и сделать будет проблематично. Клей схватывает очень сильно. Да и сетка уже вторую мойку вряд ли выживет. Теперь остается подклеить верхнюю. Нижняя все схватилось. Подклеиваю. С верхней. Также сразу три стороны намажу. Даю маленько подстыть. Ну, все здесь. Клей подстыл. Ох-хо-хо-хо-хо. Получается фильтр в колбе. Он забитый. С него вон такая грязь бежит. По-хорошему бы его заменить. Возьму его прямотоком отсюда очистителем карбюратора в обратную сторону. Сейчас помою и продую в обратную сторону. Что-то смою, потому что фильтра нет отдельного. Помыл, продул. Продувается в принципе легко. Он не забитый, он просто грязный был. Но следовательно и фильтра в форсунках тоже, если они там стоят, а они должны стоять, тоже грязные. Ладно, здесь. Так, это у нас стоит вот так вот. Нет, не так. Это стоит вот так, это стоит так. Следовательно, это у нас сюда, это у нас на клапан, который в баке. А это у нас разъем вот сюда. Ну, ставим вот эту трубку. Ставим трубку сюда на клапан. Все у нас собрано, все у нас
Готово к установке в бак. Ставим в бак.